Заволжске шторма. Был шторм, а коты по набережной бегают и все им по барабану. Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста и подходов к нему. Сегодня у нас 2 декабря 2018 года. Как вы сами видите, ветер улегся, успокоился. Ну и все. 0 метров в секунду. Когда я это снимал, снимал я это около между 3 и 4 часами дня. И начинаем мы свой пролет до моста. Посмотрим на схемке. Вот красным отмечен маршрутик наш. Пересекаем шоссе Героев Сталинграда, долетим почти до досмотрового комплекса, развернемся и полетим в сторону моста. Посмотрим за время штормов, какие изменения произошли на цементной слободке и от шоссе Героев Сталинграда до цементной слободки. Этот кусочек мы давно с вами не освещали. Ну и заодно и посмотрим, что там нового, а может быть и ничего нового, все по-старому. Вот. Видите, какие лужи. Ветер заряжал, дожди были. Когда-то сильные, когда-то нет, но натекло прилично, смотрите. Вот она насыпь, как раз мы ее видим с вами, видите, уже куда ушла. Дальше до смотрового пункта дошла, и там вот немножко она прерывается, и дальше опять идет. И вот вдалеке как раз теплотрасса, эстакада над теплотрассой, над железной дорогой с теплотрассой 74 метра длиной, вот ее видно. Ну а мы вот здесь как раз долетаем, здесь техника работает, вот хорошо видно. Вот сейчас развернемся с вами и полетим обратно в сторону моря, в сторону моста. Видим, все сыро, погода еще серая, потому что облачно, солнце еще не вышло, но хорошо, хоть ветер успокоился, утих. Ну и вот, собственно, развернулись мы с вами и летим к шоссе Героев Сталинграда. Вот мы ее видим вдалеке. Справа у нас городок строителей. У меня некоторые спрашивали, мои зрители, что будет в дальнейшем с этим городком. Ну, по одним источникам разберут этот городок строители после окончания стройки, по другим источникам передадут городу или силовым структурам для охраны этой всей дороги и моста. Ну, точно пока еще не решено. Как будет что-то известно, я вам обязательно сообщу. А пока в нем живут строители. Ну и вот, видите, здесь уже бока откосы с гидропосевом давно покрасили, и уже потихонечку, хоть и холодно было, потихонечку начинают они зеленеть. На данный момент, на момент съемки, плюс 5 температура была, плюс 4, плюс 5 градусов. Ну, достаточно тепло, хорошо. Главное, безветренно, а когда безветренно, уже совсем другой коленкор. Ну и видим мы с вами вот возле Героя Сталинграда, возле эстакады, уже железобетонные шпалы завезли, лежат, ждут своего часа, когда их начнут раскладывать на насыпи, на готовые насыпи железнодорожные. Здесь, как мы видим, одна сторона дороги по-прежнему закрыта на шоссе Героя Сталинграда. Внизу какие-то работы идут. Пока не открыли светофоры, тоже на ней не работают, на эстакаде. Ну и вот мы здесь обзорчик. Справа как раз заправка с пельменной, которая уже не работает. И летим дальше с вами, посмотрим, что здесь у нас новенького. Здесь уже практически насыпь готова. Видим тоже, что откосы уже начинают зеленеть. Вот этот перелив мы еще с вами видели, как он строился. Сейчас, видите, он уже готов. Там уже лотки к нему обустраивают. И здесь вот потихонечку насыпают, отсыпать щебнем насыпь. Вот он как раз каток тут катается, уже утрамбовывает. На откосах люди работают, видите. И здесь вдалеке мы вот с вами видим, уже вот стоит техника и забуривают.
забуривают, готовят под опоры контактной сети или под шумоизоляционные экраны. Вот я точно не могу сказать, что-то, что из них будет, но что-то вот готовят. Видите, здесь вот хорошо видно. Ну, под опоры контактной сети, может быть, но что-то слишком часто, я так думаю. Ну, посмотрим, пока гадать не будем. Здесь вот отсыпали уже щебнем. Еще дальше железобетонные шпалы пока лежат на месте. Дальше вот их не укладывали. Ну и вот как раз вдалеке мы видим, мост начинается. Видите, сыровато, лужи кое-где. Ну, здесь уже вот откосы все зеленые. Красота. Хоть и декабрь месяц на дворе, но вот в это время, наверное, траве только и расти. Потому что летом жара выгорает моментально. По автомобильной видим мы движение такое не очень интенсивное. Ноябрь закончился, скоро выйдет статистика, сколько машин, транспортных средств проехало по мосту туда-обратно. Ну, как только выйдет, сразу мы с вами ознакомимся с ней. Ну, а мы летим с вами дальше. Вот сейчас немножко залетим посередине между железной дорогой и автомобильной дорогой. Вот. В основном, да, грузовые ходят в основном. Видим, вон стоит фура. Сломалась, наверное. Ну, вот такая красота. Автомобильная дорога какая красивая. Железнодорожная еще, конечно, не облагорожена. Но я так думаю, что ничуть не хуже будет по красоте. Зеленые откосики уже потихонечку. И справа вот цементная слободка. Как раз мы с вами наблюдаем, что еще развалины стоят. До конца их не снесли. Пока стоят. Подлетаем к шумозащитному забору. С этой стороны длина его 410 метров. И заглянем внутрь забора. Что там делается? Давненько мы там не видели с вами. Сейчас посмотрим. Ну, щебень там еще пока не засыпают. Только вот песчаная подушка и все. Даже и не завозили. Вот перед началом забора лежит гора щебня. Я-то грешным делом и думаю, что его туда будут потом растаскивать. Вот здесь красота какая, видите. Слева городок строителей, вот мы видим с вами. И сейчас начинается море и начинается сам мост. Вот как только забор закончится, это граница насыпи и железнодорожного моста через Керченский пролив. Ну там, естественно, еще искусственная вот стрелочка такая насыпана, там порядка километра она. Ну, мост уже вот начинается здесь, 307-я опора и дальше на убывание, потому что отчет опор идет с Таманского берега. Всего на железнодорожной части 307 опор. И вот мы как раз видим с вами хорошо примыкание. Вот пролетаем, тут щебеночкой немного отсыпали. И вот мы с вами уже на мосту. Автокран работает, начал работать, видите, оранжевый стоит. А когда был ветер сильный, вот он вроде как и не работал. Хотя был один не работал, а второй был, стрела была разложена. Вот экскаватор там черпает из воды что-то, вот облагораживает берег. Ну а мы с вами пролетаем дальше, смотрим, вот здесь бетонка уже готова. Мы с вами видели непосредственно процесс укладки дорожных плит для технических служб. Когда все сдадут, они будут там, служба охраны, технические службы, обслуживающий мост, будут там на своем транспорте кататься. Потому что мы с вами видели тоннельчик под автомобильной дорогой, и как раз будет съезд, заезд туда. Вот на эту, как ее правильно назвать, искусственную вот эту насыпь. Ну, коса ее назовем.
Вот все готово здесь к гидроизоляции. Собственно, пока самой гидроизоляции нет. Но. Скоро уже, наверное, начнут делать. Так, смотрим, вот она, криволинейный участок надвижки. Если мы внимательно с вами присмотримся, до крана вот мы с Акбурун, два пролета осталось. Ну, как и было, значит, пока надвижки нет. Хотя, когда вот по последнему моему видео было четко видно, что готовность номер один, металл был накидан на обеих направлениях, и упоры были на Таманском направлении, даже домкраты стояли. Скорее всего, уже скоро произойдет надвижка. Ну, как только этот факт случится, я вам обязательно покажу и расскажу. Ну вот, посмотрим немножко на красоту. Разворачиваемся над мысом Акбурун и возвращаемся на базу. Справа Керчь, дорога уходит вдаль, автомобильная и железная. Автомобильная к 9-му километру, а железная дорога уходит в сторону Багерова. Ну а я на этом заканчиваю свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту и самого Крымского моста. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч. И со вторым днем зимы вас поздравляю. До свидания.